Здесь Север не состоится, кроме как контрольных матчей сборной команды России. Тренировочный процесс сборной ведется ежедневно. Олег Георгиевич Нефантьев, Андрей Павлов. Чемпионат это прошлогодний. Хороший пас к Криштопе. И ювелирно забивает Иван Криштопа девятый мяч в ворота. Без всякого удара. Чистым обманом. Очень красиво. Без всякого напряга. Это тоже вот при мне, я слышал, Андрей Павлов по игрокам говорит, не надо спаться бить сильно, не надо разрывать сетку ворот. Не надо разрывать красиво, интеллигентно посылать мяч мимо вратаря. Вот как и сейчас.